Да, я думаю, верю, но для того, чтобы понять, что это любовь, наверное, надо второй раз посмотреть. Ну, еще несколько раз. Ну, я думаю, не бывает такого, ты влюбился в кого-то с первого взгляда, потом не видел этого человека и продолжаешь его всю жизнь любить. Ну, это логично. Ну, мое идеальное свидание, наверное, было 15 декабря 2012 года. Вот. Я, наверное, не буду его описывать. Тот человек, с которым я был на свидании, знает, наверное, про что я говорю. Но вообще идеальное свидание, это, наверное, когда ты просыпаешься не дома. Нет. Ну, наверное, с возрастом понял, что это вообще не имеет значения. Цвет волос. Наверное, это что-то другое влияет на вкус человека. Ну, сейчас, наверное, это было, я бы не назвал глупостью, но на тот момент это была глупость. Я в 11 часов вечера на западном жилмассиве запускал фейерверки, и из окон мне посоветовали, куда мне идти, куда засунуть этот фейерверк. И самое глупое было в том, что в то время, в 2006 году, на западном люди как бы могли это все реализовать, если бы спустились. Ну, сейчас понятно, что это не глупый поступок, это просто обычный поступок. А тогда это был действительно безумный.